Это он или она? Я не могу понять. Или это оно? Надо серпом вскрыть, выяснить. HTML5. Не в этом было дело, я просто сервак поменял. Мне нету никакого там HTML5, я не знаю, о чем это Канадыч. Ну да, я не один. Двое. Настроя всего, по сути. Скорее. Дефолт. Ни одной пушки. Це пизда. Хоть дробаш щелком. Окей, я челика видел. Дальше. Какие мои действия? Дальше хз. Бля, карта еще водяная. На самом деле, лучше бы я в воду пошел. Рассказ. Макч Спидор. Что, заработало? Работяги. Значит, в этом доме был челик. И в том. С днем рождения меня, Фейлсбирд Дайман. Кто чел бегает? В этом доме. Наконец-то!
Он снова живет Бахчан БТВ. У тебя очень преданные работяги, не у каждого стримера 400 человек в черный экран смотрит. Рафла Небала, и спасибо за подрубку. Сына шлюхи, видимо, мать спать уложила, а у меня как раз 6 часов вечера, и подрубка идеально заходит на орешки, и вот приготовил CMS Gold. Я иду додому! Окей. С одним расправились. Просто бум! Чик-чик! Бум! Чик-чик! Окей. Первый пошел. Пистолет, наверное, пригодится. Так, где второй? Я вообще без понятия, где второй. Есть инфа, где второй? Карта водяная, на самом деле мне надо в лодку идти, но... Хочу виндовку найти хотя бы перед этим. Сейчас бы знать, где второй. Конечно, сложно. И посидим здесь, я не знаю, что делать. Я в душе не ебу, где второй. Данная информация, к сожалению, засекречена. Хорошо, хоть стрим работает. Прям неудобно сидеть. Кто-то в доме меня ждет, сидит, наверное. Где ему еще быть? Я его видел только что? Или показалось? Показалось, наверное. Как я могу отсюда выбегать с дробовиком, бля? Он может меня с дома расстрелять просто на изичах. Я знаю, что в одном доме был этот. Я убил того, кто был в этом доме. И один был в этом доме. Его я не убивал. И где он может быть сейчас? Он мог залутать тот дом, этот дом. То есть... Рандомище. Я вообще не вижу смысла двигаться пока что. Анивай и я в круге. Надо будет потом лодку брать, скорее всего. Ну что еще?
Привет, Батич, я вживу в Кали, и у меня сейчас 6 часов вечера. Так заебало смотреть тебя по утрам, а сейчас nice timing, величайше почаще так. Ну да, вам игна. Опа. А я все думал, когда же ты появишься. Бля. Я не могу, самое главное, просто отсюда выстрелить, это проблема. Только бы сейчас не обосраться. Есть только один выстрел. Промахнусь, пизда. Красиво! Красиво быть по пизи. Лол. Нету ни одного рюкзака. Что? Как забрать все приколы? Прикиньте, а что делать, если нету рюкзака? Что за хуйня, бля? Это удача, конечно. Посмотрите на ситуацию. Как тут позабирать все, если нет рюкзака? Бля, что, издеваетесь? Даже аптечку не могу забрать. Может не быть рюкзака. Го обыщем этот дом, мы тут рюкзак оставили. Это просто невероятный топ-рофл, то что нету рюкзака. Бля, я даже винтовку нашел, но не рюкзак. Окей, на винтовку можно прицел одеть, будет проще. Ну что еще? Здорово, арестантыч. Здорово. Вот так нравится моя кофта, бля, это. Каждой кофте доебутся. Какую кофту не одень? Арестантыч. Тупо кекич. Не, ну это пиздец, конечно, без рюкзака играть. Мы в этом доме никого не было. Купо чекаем эти дома. Ну это, конечно, было наивно предполагать подобные вещи. У меня не будет патронов, ну, у МП, хотя... Если так... Вот и патроны подъехали. О, нормально. Парни, вруливаю как могу. А времени-то ноль. Вот это жопа боль. Ну рюкзак. Ебать. Вот это аутизм. К
Окей, нужна лодка прямо сейчас, иначе пизда. Тут лодка или это конец игры? Пожалуйста. Вау. 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 А что мне делать теперь? Я не смогу доплыть туда. Не успею. Бля, почему игры такие сложные? Как бы я не мог двигаться, мне надо было убить того челика. И лодки тоже нету, ну блин. 17 секунд, как я должен успеть. Вот хули лодки не было. Машина, хвала великим силам. Так меня, скорее всего, на мосту расстреляют, ну да ладно. Вот так-то на лучше. Самом деле, если ехать сюда через мост, то есть шанс, хотя... Пизду. Чтобы потом посмотреть Ротландию Гига в 6 часов вечера идеально быстро, чем так и серьезный Сэм закончился. Я прошел, ты можешь посмотреть на ютубе. А, сейчас отвечу. К серьезному Сэму я прошел на ютубе, можешь почекать. Водяной. Ну что еще? Доброго ранку, или батя. У меня супер тяжелая ситуация. Просто максимально тяжелая. Куда сейчас ехать, в воду или нет? Я вот думаю. Или через мост рискнуть. По-моему, надо в воду падать. Хотя я могу заехать вот сюда. А через мост не ехать. Мне как бы не обязательно ехать через мост, но я могу сюда проехать. Да через мост не пойду, там будут, стрелять. Я гарантирую. Пизду. Не знаю, по идее, водя не должно убить взрывами. Ну хуй знает. Если убьет, то что поделать. Это единственный выход, потому что если пойду через мост, там не пропустят машину. Нереально, я в это не верю. Никто не пропускает машину через мост. Парни, всем отвечу на донаты вот после игры, как обычно. Сейчас вот слишком тяжелая ситуация. Не знаю, будет ли воду взрывать, это будет, конечно, печально. На воде не взрывается никогда, заметил. Не первый раз такое вижу. Сюда, в принципе, успеваю доплыть, правильно? За 2,5 минуты. Можно же лодку взять. Хотя, нужно ли? Можно, но не факт, что нужно. Зачем мне брать лодку, рисковать жизнью, если я и так успеваю доплыть? Я успеваю точно. Гарантированно. Это, конечно, супер тяжелая катка, но я потел тут супер сильно. Как бы убил двоих с дробаша дефолтного. Это как бы сложно. На самом деле я успеваю еле-еле. Хули он так медленно плывет? Всегда это раздражает, так медленно плыть, бля.
Было бы, допустим, реалистично, если бы она под водой вот так вот плыла, как сейчас плывет, да, то есть медленно. А когда ты, ну, над водой плывешь, то по-быстрому, типа королем. Почему она плывет так же само медленно вот здесь? С такой же скоростью. Я еще не успею сейчас или что? Ну охуеть теперь. По-любому должен через воду играть. Как бы нет выбора. Это человек меня заметил? Или как? Или хули он дергается? Не. Показалось. Плыви, блять. О, морской дьявол, братан. Сука, не успеваю. Прикинь, я сейчас не успею, я могу рипнуться от круга. Как, я не могу рипнуться, скорее всего, но если меня будут обстреливать, то могу. Надо было лодку брать. Ну, зря я лодку не взял. Бать, сложная катка. Ну плыви, дурилка картонная. Плыви, глупышка. Синька будет сильно коцать. Плыви, блядь, ну чё так медленно? Ну быстрее! Я вообще не хочу, чтобы меня синька коцала. Где я буду хилиться? В воде же нельзя хилиться. Не могу быстрее, она не хочет плыть. Ну заплывай, дура! Ну что еще? Я заплыл? Лол, я успел. Как раз. Аламеона, где живет Мирана. Величайший подрубил. Грусти Даунак победил. Да на тыч отправляю, сабжи заправляю. Алса я миллионер, так то рыбный браконьер. Уебал я рыбку, уебал и кверти. Точка в чате хуесосы, на корабле матросы. Мимо пролетал десинка. А вот и рифоплеты подъехали. Уебала псинку в скобочках спермадога. Давно не виделись, рифмоплеточ. Давно не слышались. Парни, плыву в топ-10. Не знаю, доплыву ли я сюда аж. Это, конечно, сомнительно. У меня времени всего до ничего. Пиздец, блин. Единственный вариант доплыть, это пытаться бежать сейчас по скалам. Иначе я хуй доберусь. Она настолько медленно плывет, это просто пиздец. Это тупо шок. Она реально настолько медленно плывет, это вообще нереально. Я сейчас не попаду в топ-10 никак, она меня убьет. Меня синька точно сейчас убьет. Сейчас будет очень сильно коцать. Десять секунд! Что делать? Надо бежать.
Кто-то говорил, что можно типа заныривать кнопками прыжок и, ну, там, присесть и выныривать, опять же, но у меня не получается, у меня не работает. А я тут могу вылезти наверх? Самый важный вопрос. Ну почему, блядь, хейт? Сын дерьма, бля. Надо брать лодку, иначе отсюда не выберусь. Нереально. Это вот единственный шанс добраться живым туда. Но если беру лодку, меня будут обстреливать. Да, он будет палить в лодку. Нет аутов. Ну, если не брать лодку, то я умираю тоже. Здорово. Скажи спасибо. Спасибо. Окей, топ 10. Бать. Как дальше? Бля, сколько же ненависти у них? Ну я не могу, бля, я не могу отсюда выбраться, это пиздец. Окей, топ 10 с 2 км, это нормально, устроит. Ну не было выбора, я не мог ехать через мост. Если бы я поехал через мост, меня бы убили 100%. Топ 10 с 2 км это пойдет. Пойдет точка JPG. Так, парни, здорово, сейчас отвечу. Так, Канадыч, еще 1000, спасибо. А, еще 500. И до этого вроде было еще 500. Чем таки серьезный сэм закончился? Я прошел его, можешь посмотреть на ютубе. Когда планируешь добивать его? Никогда я его прошел. И долго ли вообще поток будет? Поток будет, пока я не устану, не знаю. Я лег спать около 12 ночи. И типа проснулся. Ну и не мог заснуть уже больше. Не знаю, такое бывает. Бывает, иногда ляжешь спать, если там в 11 ночи или около 12, то бывает проснешься в 4 утра или в 3 утра и типа все, не хочешь спать. Не знаю. Но не моя меда точно, какая разница, поэтому лучше постримлю ночью. Типа, мне не обязательно соблюдать сейчас режим, чтобы проснуться нормально и стримить вечером, потому что, скорее всего, я все равно не смогу стримить. Я же под атакой малолетнего дебила, ну или малолетних дебилов, не знаю, неважно. Так. А, так все, даже не на что отвечать. Ну, все ответил. Спасибо, Канадыч. Ды и акую. Наконец-то! Привет, подпизей. Здорово. Расчехлил свою донат-девственность ради величайшего. Еще 2 месяца назад был хейтером, а теперь... Хуяси, сказал Яся. Ха! И желаю веселой жизни, кверти, славу. Плюс 1000 на борьбу с дудо серами. Удачного топ-1 без рюкзака Рафланибала. Ну, тут деньгами сложно победить, на самом деле. Как бы я ж не куплю себе интернет, если его нету. Только нужен нормальный провайдер. Спасибо за 1000, anyway. Бывший хейтер. Не, ну конечно, это довольно-таки редкость. Обычно становится из фанатов хейтерами, а не из хейтеров фанатами.
Красиво. Как это вообще возможно? Лол. Вы стыдите на нее, как это вообще такое может быть? Че, ёбудова. Покажи свои настройки графики в УБГ. Да все на максималках стоит. Ну как все. Для стрима у меня стоит скринскейл 100, чтобы было больше FPS на стриме. Так бы я 120 поставил. Тени лоу, потому что они затемняют, невыгодно с ними. Эффекты медиум, не знаю почему. Трава very low, потому что, ну так лучше видно. Но остальное ультра. Вот, короче. Тут я поставил бы 120, если бы не стримил. Я стримлю, поэтому поставил 100. Но FPS отнимает сильно вот эта вот штука. Она важная, но она FPS отнимает. Почему, блин, ко мне летит животное? Надо в этот дом падать, вот этот вот, который большой. Потому что в том доме лут основной. В этом доме нихуя нет. Окей. Рафлан поминки. Где-то что делся? Потом он там стреляется? Окей, не знаю. Осложненная ситуация. Когда он испарился. Опа! Тогда поймаю, красота! Красота! То самое чувство, когда нашел Level 3 в дефолтном доме. Ну как в дефолтном. Любая двухэтажка, она не дефолтная. Как бы что вы вам не говорили про лут в этой игре. Так-то лучше. В двухэтажках самый типа лучший лут, и типа не обязательно Милан? Падать сюда людей? Или там. Нет их у блядей. Сюда. Дауны на пикабу. Нищие бомжары. Я никак их не пойму. В жопу запихну. Я им их гитары. Я всегда хотел собственного друга. Будешь попечим теперь. Мы нашли друг друга. Бать. Дядюшку Богдана мы не позабудем. Похороним у реки, да и кушать будем. О, красиво. Спасибо за 500 еще. Вкусно. Вкусняшки. Так-то у меня уже есть лут весь. Мне уже даже нет смысла двигаться. Я нашел левел 3, левел 2, левел 2, и патроны, бусты, хилку полную. Респект таким ребятам. В скобочках мне. А здесь я был только что.
Так, что делаем? Это круг, окей. Понял, принял. Тачка есть. Окей, вижу тачку. Можно байт на тачку сделать. Хм. Типа, смысла двигаться ноль. Zero. С таким лутом уже я не вижу смысла двигаться. У меня все есть для игры. Не хочу рисковать левел 3 шлемом. Хочу его терять. Не хочу быть шнырем курьером, который принесет кому-то левел 3 шлем. Можешь побайтить на машину. Я могу бы сюда поехать. Не знаю, надо подумать. Maybe есть смысл. Не, не хочу никуда ехать. Не вижу смысла все-таки, не вижу смысла. Два буста есть, фулл хилка есть. Типа, у меня на самом деле все есть. Лучше на месте сидеть. Это идеальная точка. Дефлю машину. Как бы любого, кто здесь пробегает. Могу атаковать. Тупо заебись. Ш-ш-ш. Так, надо тут было долго сидеть. Добрый початок! Можете сделать кофе пока. Пока сок попью. Я же почти выпил литр сока. Самый кайф в такой ситуации — машину проебать. Это был бы самый кайф. Круг неплохой, мне нравится. Я люблю, когда круг где-то вот так вот, вот здесь примерно. Местах. Не люблю, когда он здесь или здесь. Так, надо за машиной смотреть. Потому что если я проебу машину, то эта игра закончена. У меня же весь расчет на машину, чтобы я убегал от синьки на машине. По идее, тут вряд ли кто-то придет. То есть, с той стороны, со стороны северного, никто не придет. С той стороны... Может только прийти кто-то вот отсюда. То есть очень сомнительно. С этой стороны, опять же, только кто-то отсюда может прийти. То есть я тут, по сути, не байчу, я просто сижу. Просто сижу. Нихуя не делаю. Ибо я не байчу на машину, по сути, тут, скорее всего, никто не придет. Но если кто-то вдруг пришел бы, то получается забайтил. Даже если кто-то бы пришел сюда, то было бы очень мало лута, а не его с него. На самом деле, наверное, это была плохая идея, лучше бы я сюда пошел и здесь байтил. Да. Я уже как бы сожалею, что я здесь решил остаться. Это бесполезно, тут никто не придет. Добрый початок! Нет смысла сидеть. Добрый початок, кек.
Ну ждем уже до конца. Не, нихуя. Никого не будет. Тут лучше было сидеть. Кто-то сидит БТВ. Лол, там челик стоит. Он его лутает. Я просто проехал мимо, там челик лутал другого челика, ебать. Бля. Я чувствую себя дауном. Там челик труп лутал. Подождите, надо этого челика пострелять сейчас. Глушак для снайперки. Окей, где-то долбоёб. Что должен тут проезжать, правильно? Который на желтой машине. Что? Там какой-то чел высадился просто меня убить. Что за хуйня? Ты чё, бля? Шнырь-курьер. На самом деле, эта М-ка с бёрстом, она типа в ближнем бою сильнее калаша даже. Если кто вдруг не знал, типа бёрст у этой М-ки, он все... В плане ближнего боя это как круче калаша, вот серьезно. Очень много дэмэджа выходит в секунду. А хули он... Хули ты на меня напал? Доигрался. Даже люблю эту эмку больше, чем Скар. В принципе, предпочитаю. Так-то не особо любитель, все-таки. Не автоматики. Возьмем для ближнего боя. Окей. Окей. Так, ну у него больше ничего не было. Не, ну вы видели этого? Да, он просто здесь вылез, увидел мою машину и решил меня залутать. Ну что еще? Красава. Шнырь-курьер, блядь. Peace, love. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Peace, love. Baby, don't hurt me. Доброе утро. Удачи. А, здорово, удачи. Так, ждем симку, наверное, опять. Ну что еще? Чё за даун справа? Рафла не бала.
Бля, иди нахуй. Погоня надо вам. Короче, не стоит недооценивать бёрст у этой эмки. Она в ближнем бою может быть очень сильная, на самом деле. Не стоит она недооценивать. Можно еще немножко патронов взять. Ну что еще? Таламуана, где живет Мирана, кинул я 500 рублей. Реакции чет молоты, что там охуел. Нет совести, нечестия. Скоро не увидишь ты даже саны плюс 200. Ты говоришь в стихотворной форме. Скину я тебе 5 ебать. В жопу спермадога нужно отъебать. Ебать, что ты еще? Я тебе сказал спасибо, что ты еще хочешь? Реакции, блин, я тебе что, клоунич? Блин, парни, не надо меня путать. Ебать, что он несет? Спасибо за те 500 и за эти 200. Я не знаю, какую ты реакцию ожидаешь. Реакция-то скорее рандом. Бля. Жесть. Что, блядь? Да дайте... Блядь. Ёбаное животное с коряком. Куда оно стреляет? С коряком мразь какая-то. Мне отсюда уехать не даст. Да, сын шлюхи с коряком. Но у меня левел шлем. Окей, мне уехать не даст. Но суть в том, что там машина еще одна есть. Так что-то не страшно. Где-то машина еще одна была. Вот. А он не знает об этом. Ха-а-а! Даун! Тут же машина этого дебила, шныря курьера. Здорово! Бать, как же шнырь курьер приходился? Принес мне шмота, принес мне машину. Просто отдельный респект шнырям курьерам. Отдельный респект. За здание тут. Как туда заехать? Ёбаные хейтеры! Ну со всех сторон, блядь! Ну почему, блядь? Окей, в этом здании кто-то есть, но мне похуй. Стрены! Окей. Я тупо в центре, и мне поебать. Я тупо в центре. Тупо дыр. Все. Я в домике. Шок. Добрый початок. Не трогайте меня. О, работяга.
знаете, наверное, это не лучшая идея тут сидеть. Самая лучшая идея сидеть вот здесь. Но если об этом никто не знает. О. Ну, это надо, чтобы никто не знал, что я тут. Потому что гранату могут кинуть. Здесь меня, смотрите, ниоткуда не видно. Отсюда не видно. И если буду кидать гранату в дом, то сюда не кинут, потому что буду кидать в дом. Это идеальная точка, но надо, чтобы не видели, как я сюда сажусь изначально. Потому что если увидят, то сюда гранату закинут и пизда. Убьют. Так, ну по идее я смогу просидеть тут прямо центр, два круга хотя бы. То есть этот круг и next. На самом деле, я считаю, что эта М-ка даже в ближнем бою сильнее, чем УМП. Поэтому нет смысла брать УМП, когда у вас есть эта М-ка. Ну, тут хуй знает, тут сложно. По-моему, сильнее. Вот эти вот Burst Fire, оно очень сильное в ближнем бою. Сразу три патрона, особенно если ты, допустим, стрельнешь в голову. Там моментальная смерть, даже левел 3 шлем убьет. Не бы снайперку. Окей, никто не знает, что я здесь. Feels good, man! Конечно, машина без палева стоит вообще. Это что такие конченые круги? Неужели мне надо ехать сюда сейчас? Бля, бред. Не хочу ехать сюда. Скорее всего, придется. Никуда не поеду, в пизду. Буду сидеть ждать. Это не вариант сюда сейчас ехать. Слишком рискованно умереть на топ-30. Так, я не хочу никого стрелять, как бы если нету глушителя, нет смысла ни в кого стрелять, надо просто сидеть и ждать. Без глушака стрелять в кого-то — это плохая идея, тебя сразу спалят, где ты находишься, тебя добрый початок. Придут и убьют. Как бы гир у меня хороший, не хватает, конечно, глушака на эмочку, было бы идеально. Все, что мне не хватает для идеального гира, это какой-нибудь 4x и глушак. Окей. На самом деле лучше тут не стрелять в него. Даже если я начну стрелять, если я его вдруг не убью, мало того, что я спалюсь, так он еще остановится за деревом и будет тут караулить машину. Понимаете? Если вдруг я его не убью, вдруг... И плюс другие челики узнают, что стрельба идет. И я отсюда уже никогда не выберусь живым. Настолько бесполезно. Если был бы хотя бы глушак, я бы начал у него стрелять. Но без глушака столько мало смысла. Совсем близко война идет. А хуй знает, как я сюда доберусь потом. Что-то стрёмно. Скорее всего, не доберусь. А внимательно смотреть, нету ли никого там. Потому что если кто-то сидит хотя бы один и смотрит на машину, то я отсюда никак не уеду, потому что машина не может вперед ехать. Когда машина должна разворачиваться назад, чтобы потом еще скорость набирать, это забейт, вы никогда не выедете. Вам не позволят. Слишком легко хедшот дать. Если ты можешь сесть в машину и сразу ехать вперед, тогда нормально. Типа ты скорость быстро набираешь, а так мне придется развернуться. Это нереально. Окей, сейчас посмотрим круг. В
нет лаги. Странно, у меня нету лага. Куда здесь ехать, по-вашему? Так куда тут ехать можно? Тут нету толком места, куда ехать. На самом деле, по-моему, здесь надо вообще в ползок. Да, здесь нет смысла на машине выезжать. Я должен буду выходить из дому и ползти через поля, скорее всего. Вот здесь. Да. Если я возьму машину, меня убьют. 100%. Я отсюда не выберу живую на машине. Это нереально. Может попытаться здесь кого-то подкараулить пока. Если тут только кто-то будет близко. Опасно, anyway. Бля, какая же хуёвая ситуация. Короче, тут шанс один. Шанс попасть в топ-10, это вот здесь пытаться ползти. Кроме этого, шанса больше нет. Окей. Думаю, это мой шанс сюда спрятаться, пока никто не видит. Так, ну я почти в круге, смотрите. Все, что нужно, это немножко выйти и пробежать вон до поля. Совсем чуть-чуть. Буквально капельку, крапалюку. Крапаль добежать до поля. А, не, мне надо в эту сторону бежать. Окей, значит, мне надо туда добежать, надо дохуя. Да вместе с Синкой бежать. Другого выбора не вижу. Ой, бля. Меня убьют, если я сейчас высунусь. Чувствую. Прям чувствую, что у меня сейчас борода будет. Боюсь бежать. Очень большой шанс умереть. Мне сейчас надо бежать просто сюда и лечь в поле. Если это получится, то я... Окей, минус долбоёб. Тихо. Мне надо его залутать. Изи топ-10. Никого не вижу. Этого долбоёба надо залутать. Там бусты супер важные для меня. Вопрос в том, могу ли я его лутать. Бля, боюсь. Ну, по идее, могу. Смотрите, там никого же нету. Я никого вообще не вижу там. Нет выбора, должен его лутать. У меня времени толком нет, чтобы думать даже. Я не могу думать, у меня нет времени, блядь, думать. Или я его лутаю, или конец. Окей, у меня нет времени даже ползком передвигаться. Должен его лутать. Ну, блядь, что за хуйня? Почему тут чел сидит? Ну какого хуя? А, похуй, топ-10. Еще и с АВМ, понимаете, с АВМ, чтобы левел 3 пробить. Блять, зря я, ну, не просто присел и не двигался, зря я лег. Бля, окей. Топ-10, нормально. 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 Нормально.
Погнали, 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 погнали! Блять. Самое главное, у него даже не было бустов. Я то есть зря пошел его лутать. Какой-то долбоёб меня там ожидал АФК. Ну запускай, почему так долго жду, лол? На самом деле не все так плохо. Два топ-10 подряд. Я успешен. Как Пуба Гэшер. Пока что. Карта с дождем. Жиза. Ну. Ну что еще? Доброго ранку. Доброго. Потоковая полиция, инспектор Муры. Что тут у нас? Бля. Превышаем. И не стыдно в пять утра. Инспектор Пидорасыч. Робу арестанта вы тоже вовремя надели. Это на 15 суток смахивает. Ну ладно, сегодня без дудоса, но впредь будьте аккуратнее. И поблагодарить не забудьте. Инспектор Пидорасыч, инспектор Мусорич. Иди меня в поезд за репорте. Почувствуй себя хорошо. Покинь этот челик, вот этот вот. Ну, если это то, о ком я думаю, он меня в пое репортил, типа, за РМТ, чтоб меня забанили. Это вообще... Настолько хейтеры ничтожны и жалки по своей натуре. Тупо шок. Да реально ошибка была лечь. Зря я лег, надо было просто в присядку забирать лут и двигаться. Это была тупая ошибка. Ну блин, кто ж знал, что он долбоеб именно с АВМ? Именно с АВМ еще. Просто ваншотает.
Здравствуйте. Здравствуйте. Красиво. Меня устроит. Нормально. Возьму для Сайги патронов еще. Возьму один смок лишний. А шуб был. Тут же был, правильно. Да. СКС. Нахуй надо оно мне. Ладно. Я об этом пожалею. В итоге буду без оружия ближнего боя. Вы знаете что? Какой смысл мне брать СКС теперь, если у меня есть глушак на М-ке? Какой смысл стрелять без глушака? Бред. Тупо бред. Ну реально нет смысла, зачем мне брать СКС? Она настолько конченная, и еще и типа я буду палиться теперь, когда у меня есть глушак на М-ке. Лишено смысла. Не. Не хочу. Бля, я тут был, почему постоянно забываю? Вот здесь я не был. Или был? Не, наверное, не был. Хорошо. Чего, блядь? Чего? Ты ничего не перепутал? Вы это видели, эту наглость? Почему они все считают, что они могут справиться с Папичем? С самим Папичем? Почему они в это верят? Я играю ночью, у меня тут задержки, как ты со мной справишься? Понимаете, он бы мог меня обоссать, если бы я играл сейчас, не знаю, в прайм-тайм, в 6 вечера. У меня была бы задержка, он бы меня обоссал, но нет. Ночью нету задержки, я просто в этих дуэлях уничтожу их. Это вам не 6 вечера, когда у меня долей, блин, 1 секунда. Как бы почувствуйте разницу. Это стрим-снайпер или что? То есть он просто пришел ко мне? Я так подозреваю, это стрим-снайпер.
как пришел, так и поел, бля. Тупо пожрал. Тупо наелся. Тупо перекусил. Это стрим снайпер 100%. Почему чел решил просто зайти в этот дом? Поискать там кого-то, когда шаги слышно, тем более. Он же меня слышал, как я его. Очевидно. Ну, зашел перекусить, окей. Не будем судить его. Не судите строго. Он зашел перекусить. Я его накормил. Жаль, не было бустов с ним. Слабенький шнырь-курьер. Вот таким, таким вот дисреспект. Которые приходят без ничего. Я на них трачу время. Свои хитпоинты, я свое здоровье трачу на этих шнырей-курьеров. А толку, что одна аптечка? Мало. Это слабенький шнырь-курьер. Это так. На так-такич. Бля, обожаю, кстати, карты с дождем. Не знаю, почему все хейтят карту с дождем. Типа, они даже доджат многие карту с дождем. Я уверен, многие из вас тоже это делают. Типа, карта с дождем, додж. Го новую. Не знаю, почему это делаю так. Чем мне нравится? Вы в курсе, что даже на карте с дождем FPS выше? Даже для тех, у кого слабый компьютер, это вам вот бонус. Почему? Потому что на карте с дождем нету теней. Тени снимают дохуя FPS. Если у вас слабый компьютер, правильно? А тут нету теней, потому что нету солнца. Поэтому не доджите карты с дождем. Они охуенные. Шаги меньше слышно. В этой же игре просто шаги слышно. Черик в соседнем доме за 20 метров. 20 метров. И вы будете слышать шаги чела через дом. Через, блядь, через три стенки. В реальной жизни это абсолютно невозможно. Услышать шаги чела, который находится от вас на расстоянии 20 метров через три каменных стенки. Три, блять, каменных стенки! Абсолютно невозможно. В этой игре возможно. Да-да. Да-да, возможно. Но мне не нравится ситуация, в которой я нахожусь. Почему мне не везет? Почему нету ни одной машины вот отсюда до сюда нету ни одной машины? А? Скрытость бытия? Спросил я. Или что это? Ни одной машины на таком расстоянии по дороге, когда бегу. Такого не бывает. Серьезно. Ну или бывает. That's incredible. Я и есть синька. Дайте тачку. Еще одно преимущество карты с дождем, то что вас, ну, тяжелее заметить вот будет, допустим, в тех же лесах, когда вы бегаете, или даже на открытом поле. Вот нету машины, не повезло. Могут изи убить. Но, по крайней мере, меньше шансов умереть, когда играешь карту с дождем. Они, а высокий шанс, что меня прямо сейчас ёбнут в голову. Ну, типа, огромный шанс. Я просто бегу на открытой местности. Но он меньше, намного. Чем если бы я играл карту без дождя.
Не, ну это анлак, нету машины ни одной. Это тупо анлак. Тупо забей, тупо анлак. Ни одной машины, ни одной вообще. Пять выстрелов в одного чела, блядь, вы серьезно? А реалистичность выйдет погулять сегодня? Пять выстрелов, пять! Как ты можешь жить после пяти выстрелов? Ты еще рофлишь? Где труп? Окей. Так давайте не будем повторять ошибки свои прошлые. Я просто двигаюсь. Окей. Мне столько патронов не надо, ну ладно. Пять выстрелов! Пять! ВТФ, ебать. Оно так, конечно, красивый красный. Просто красная залупа. Красиво. Я сейчас умру. Я не могу уйти в дома, потому что это рискованно слишком. Не, больше шансов здесь выжить, чем если я пойду сейчас в дома прятаться от красной хуйни. Ну, я, скорее всего, сейчас умру. Скорее всего, наигрался. Потому что я прямо в центре, когда в центре, там больше всего взрывов. Опять же, если кто не знал, небольшой вам ликбез. Но я не хочу отходить от дороги, потому что я хочу машину задетектить. Ну, пожалуйста, ну, блэс РНГ. Вообще охуенно тут проиграть, правда? Вот, вот просто из-за того, что нету машины всю игру. Ну да. All played. Всю игру нет машины, я ничего не могу сделать. Меня просто убивает красная зона. И от этого нельзя спастись никак, блядь. Проебал М-ку с глушаком. Вот я в этом виноват, что я... Блять! 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 Спокойствие, только спокойствие. Меня неудачи преследуют. Я просто умер от красной зоны опять. Сколько раз уже умирал от красной зоны? На стриме по меньшей мере. На стриме два раза. Вообще я умирал от красной зоны уже раз пять. Один раз из них в доме. Найс рофлы про аркаст в чатике, дауничи.
он мне мстит? Почтим молчанием память погибших. Ну это пиздец. Тупо легчайший топ 42. Просто самый легкий топ 42 в моей жизни. Просто очередной взрыв забрал мою жизненку. В этом война уже идет. Кого-то слышу? Показалось. УЗИшка. Не, я слышал. Найс, рофлиш. Дегродыч. Как всегда, без винтовок. Ну что ж. Прикольно. А машина выйдет погулять?
Ну почему нет машины? Там тоже нет. Окей, что мы имеем? Мы имеем долгий путь в никуда. Ну а что делать, бежать? Типа... Не знаю, проверю еще насчет машины на заправке, но... Окей, я вижу микрочелика. Бать, война. Там баги стоит. В самом деле, блин. Как мне его застать врасплох? У меня нет оружия дальнего боя. Может ли он меня тут запалить, что я к нему передвигаюсь? Рассказ! 2500 плюс микрочеликов собрались, чтобы посмотреть рекаст. Куда рекаст? Од. Спойлер, под печь сдохнет в кусте Рафланибала. Какой, блядь, рекаст? Это не рекаст. Погоняла рекаст. Я еду до дому! Ух, блядь! Понимаете, что значит батя? Батя в переводе с древнегреческого значит Артас. Ух ты ж, бля. Какой же я батя, бля. Какой же я отец? Какой, я величайший. Величайший, величайший, величайший. Да-да, я. Ой, спасибо. Удружил. Бля, респект таким ребятам, респект шнырям курьерам. Вы видите, насколько сильно отличается геймплей, ну, в смысле не геймплей, а как бы сражение утром от сражений в прайм-тайм. То есть, насколько я хорошо с ними расправляюсь. Никаких проблем, просто минус дауны. О, тут столько... Тут 4 трупа. Это раз, два, это три, и вон еще 4. Чё это? Еще один труп. Это пизда. Окей, я понял. Просто когда нет задержки, это настолько, ну, легко. В принципе, если ты уже привык. На привыкичах.
стоит дефолтная. Так, да. Хорошо. Надо думать, стоит ли идти в Next дома. Скорее всего, стоит. Опа, красота. Там в Next домах может быть засада. Такой вариант тоже есть. Надо очень аккуратно будет, наверное, но пойти. Блин, хочется залутать эти дома, у меня мало всего. Ну как мало, мне надо буста еще. Ладно, я жаднич, я пойду залутаю. Если там засада, то это ГГ. В этом доме засада может быть. Шанс огромный. Давайте сейчас зайдем в этот дом, который менее опасный. Калаш лежит. Сложно. Блин, чё у меня так мало места? Табак? Чё несёт? Ура, левел 2. Левел 2 кекиус. Вот только сейчас не убивайте. Молю. Умоляю. Не стреляйте. Все, живем. Живем, работаем. Работает. Нормально. Я вижу челика. Хули он отстреливается так нечестно?
Ну что еще? А когда будет Тикен? Вот это мне принес, братан. Респект таким ребятам. Респект шнырям-курьерам. Вечный респект. Пожизненный. И, сори, я проебал донат. Я отвечу обязательно после игры. Всем отвечаю, ОФК. Красота. Да. Да. Красота. Да. Красота. Да. Красота. Да. Красота. Да. Да. Сейчас отвечу. Так, что там было? Когда будет Tekken? Tekken будет, когда я куплю джойстик. Я не знаю, какой джойстик купить. Мне Terranol посоветовал DualShock 4 купить. Я так посмотрел, думаю, он же типа беспроводной. Чем беспроводной джойстик? Я не уверен, что вообще хочу купить беспроводной. А бывают DualShock 4, типа с проводами. Я хз. Это моя точка. Я тут работаю. Да-да, я. Ну что еще? Почему не кидал боевую гранату, а кидал флешку? Наклей для разбитого сердца. Наклей для разбитого сердца. Сложно, челик, сори, я не понял. Наклей для разбитого сердца. Это к чему, по поводу чего? Пытаюсь понять. Не могу. Сложно. То самое чувство, когда сложно. Ну чё? Еще один будет кто-то? Я еще жду, я готов. Парни, утром я готов вести стрельбу. Это две разных игры. PUBG вечером, да, в 6 часов вечера в прайм-тайм стримить. И в 5 утра или там в 3 утра. Это две разных игры. В это время задержки почти нет, видите? Оп, видите, как красиво? Чтобы вы знали, большинство стримеров вот так вот стримит, как сейчас я. Только вы мои стримы смотрели, когда там задержка была обычно 1 секунда или 2 секунды. То есть в прайм-тайм. Ну, как бы, все-таки приходится большинство времени в прайм-тайм стримить, но суть вы поняли, это невозможно абсолютно, ну, хорошо играть. А тут на изичах просто уничтожаю раков. Правда, я не сказал бы, что я хорошо стрелял там. На самом деле, я плохо стрелял. Я мог ему в голову попасть легко, но я решил не попадать. Это мое личное решение, не попадать в голову. Я так решил, да? Да-да, я. Да.
Не хочу, чтобы с этой стороны было видно машину. Потому что отсюда стрелять вряд ли будут, тут уже круг заканчивается, а отсюда могут. Такой вот вариант. Что мы имеем? Мы имеем типа центр. Который, хуй знает, центр это или не центр. А, я не знаю, ехать или нет. Надо подумать. Будка, правильно? Ехать ли в будку? Не знаю, посижу лучше. Что-то я не чувствую, что я хочу ехать вот сюда сейчас прямо. Не, ну придется скоро ехать. Вообще не знаю, что я буду делать. Куда я поеду конкретно? Блять, тут воняет. Куда я еду, вопрос. Тут очень сложно сейчас будет, я сейчас, скорее всего, рипнусь. Потому что я не знаю, куда я еду. Надо через этот мост ехать. Да, я пойду через этот мост. Потому что я хуй знаю, куда я еду вообще. Ну что еще? Сейчас про джойстик отвечу, погоди. Я супер занят. Все в меня стреляют постоянно, ну дебилы, блядь. Ну за что, блядь? Ну что я сделал им плохого? Ну это пиздец, ну невозможно тут проехать, просто нереально. Ну, все стреляют в меня, тупо каждый. Я не могу заехать, куда я хочу. Бля. Почему они так хорошо стреляют еще? Это нечестно. Просто каждый в меня стреляет, блин, я про джойстик проебал. Я только услышал, что слишком сложно. Это была подписка. А, не, вот это не подписка. Чтобы подконнектить DualShock 4 к ПК нужен провод плюс специальная Roflam программа. Сложно, проще купить джойстик от Xbox и играть без привода. Я хочу с проводом играть, а не без провода. Блин. Пиздец. Надо было сразу ехать в центр и не ждать.
Как всегда, вовремя машина перевернулась, проверяйте. Блин, я не хочу джойстик без провода. Потому что надо... Разве джойстик без провода может поработать просто сам по себе или что такое может быть? Потому что наоборот, для джойстиков без провода нужны программы какие-то, наверное, специальные. Я вообще не шарю. Как может джойстик без провода работать? Это же невозможно. Ну, надо, что какая-то программа нужна. Я хочу просто джойстик подключил и играешь, и все. Только хороший. Потому что тот, который у меня сейчас, ну, я не знаю, он не работает. Я пытался Mortal Kombat играть, у меня вообще ничего не получалось, кнопки не прожимались. Попытался к Tekken'у подсоединить, у меня стрелочки не нажимаются в Tekken'е. Единственное, что я мог играть на этом джойстике, это Crash. Crash Team Racing. Сейчас я покажу свой джойстик. Я какую-то помойку купил, рандомную в магазине. Чисто, чтобы Crash играть. Сейчас покажу. У меня сейчас такой джойстик. И, короче, ну... О, какой-то геймберт. Как у меня наушники, бы. У меня стрелочки не работают. Когда я его подсоединил, у меня в Tekken'е стрелочки не работают. Просто, ну, не работают. А эти кнопки работают. То есть, я не знаю, какое-то говно. То есть, я просто хочу джойстик с проводом, только чтоб работал. Вот и все. Все, чего я хочу. Джойстик с проводом, который будет работать. Да. Жду тысячи лет игры. Знаете, что радует? Раньше, короче, ну, если долго не загружаются челики, игра просто стартует с 50 челиками. То есть 50 человек, и типа, поехали. Сейчас, по крайней мере, я подождал подольше, и, ну, есть полная игра.
Это я сам выпрыгнул или меня выкинуло? Я даже не понял. Окей, это стрим-снайпер, скорее всего. Почти 100% это стрим-снайпер. Почему? Потому что я знаю. Это стрим-снайпер, я гарантирую. Это вот стрим-снайпер, я просто гарантирую вам. Гарантия. Гарантия от Папизи. Как он еще на крышу приземлился, это пиздец? Сын дерьма ебаного. Просто шок. Домой очередной! Стрим-снайперы не пройдут. Вот так-то лучше. Вот так-то лучше. Согласен. Так я же тебе целый гайд высрал по геймпаду Рафла Нибала. Возьми от Xbox, они или Xbox 360, они здесь Windows 10 совмещаются. Microsoft G. Есть с проводами без плюс, супер удобные. Это ж циркумфлекс, правильно? А нет, они циркуфлекс, так надо чисто. Окей, вложим твои 500 в покупку геймпада. Ну не только 500, сегодня уже не только 500 было. Подожди, по-моему, еще циркумфлекс высырал гайд, по-моему, по поводу геймпада. Блин. Короче, я потом тебе ВК напишу, хорошо? Ты мне еще подскажешь, если что, в выборе. Ну, прямо сейчас после стрима, например, напишу. Ты же говоришь, у тебя 6 вечера, то есть ты спать не будешь. Хвала великим всем, что он Сайгуни нашел. Это у меня и балла отлетела. Бас РНГ. Заметили сегодня, всех убиваю, с кем встречаюсь. Ну что еще? Меня убивают только, ну, когда я вообще не видел. Сколько стоит постартмить по стратегии, когда ты лутишь только бусты, хил и армор? Я так топ-3 делал на мотоцикле. Попробуй. Изи рейтинг. В смысле, как может быть... Чего ты написал? Сколько стоит постримить по стратегии, когда ты лутаешь только бусты, хил и армор? Что значит изи рейтинг, чел? Что значит изи рейтинг? Как может быть... Ну что еще? Изи рейтинг, когда, ну, без оружия. Виталя, ты заебал. Купи обычный джой от Xbox, а не в комплекте идет поебень. Втыкаешь ее жопу системнику и ничего настраивать не нужно. Нахер тебе эти провода? Что ты кин, что МК все норм пашет без задержек? Я и так как бы не особо стреляюсь. По сути, то, что ты говоришь, твоя стратегия, типа, не лутать оружие, так, я и так убиваю за игру, там, 2-3 чела часто. То есть, когда попадаю, там, в топ-5, бывает, убиваю 4 или 5. Но в основном я убиваю мало челов. То есть, anyway, я играю, как бы, сейфово максимально. Ты же видел, от чего я сегодня умирал? Я умер от взрыва, от хедшота с АВМ, когда у меня был левел 3 шлем, и у меня машина перевернулась, и меня захуярили. Типа, если ты играл, ну, без оружия, было бы по-другому что-то или что? Ты бы не умер от взрыва? Тебя бы не захуярили с хедшота АВМ? Или машина бы не перевернулась? Найс круг. Только
только заметил. Пизда. Ну что еще? Доброго утра. Папа Винницкий точка досмотрел ли ты Спартака и насколько оценишь? Видел твои мувики оттуда на ютубе БТВ, третий сезон гиперохуенный точка насчет джойстика. Возьми от Хбекса 360, а тут был, блин, там блин, есть блин. Проводной, воткнул, играешь. Спартак, первый сезон оценил как невероятный шедевр, невероятной силы шедевр, именно первый сезон. Дальше, после первого сезона, стало намного хуже, но было, anyway, охуенно. Я бы предпочел смотреть даже такое, как бы, ну, сезон за сезоном. Было супер охуенно. Второй сезон охуенный, приквел охуенный, третий сезон охуенный, все охуенное. Но первый сезон, это как бы небывалой силы шедевр. Вот в чем разница. Вот первый сезон, это по-настоящему шедевр. Это ультра-шедевр. Как-то так. На как-то так ищих. Так, я не вижу смысла брать лодку, я уже не успею, тем более нету бустов, мне надо бусты поискать. Куда еду сейчас, прямо вот сейчас. Надо вот сюда ехать, искать лодку. По идее. Сюда ехать не вариант, там залутано и там есть челики. Надо сюда ехать, в эту сторону. Вот здесь, ну. Больше аутов. По идее. Я не уверен, это не точно. У меня бензин заканчивается. Меня преследуют или что, блин? Или он просто рофлит? Я не могу ускорение юзать, потому что у меня бензин закончится. Если ускорение юзать, то быстрее бензин качается. Да, меня преследуют или что? Да, меня преследуют, долбоёб. Респект таким ребятам. Быть дауном. Доигрался, молодец. Что я могу сказать, ребята? Сильно играешь. Ну, да преследовался.
Повторюсь, это не прайм тайм, у меня нету задержки. Они не могут со мной сражаться. Я сильнее. Я лучше. Дебилы. Это если был бы прайм тайм, я бы задержкой нихуя бы не сделал, да, конечно. Но это не прайм тайм. Поэтому я их уничтожаю. Спасибо. Мне как раз бустов не хватало. Тупо респект. Мне надо лодка. Награда нашла своего героя. Вот так вот. Ну, а я сюда выехать теперь. А лучше взять эту лодку. Тут придется, блин, разворачиваться, потому что я не могу машину объехать. Бред. Можно даже кого-то забайтить. Как вариант. Не, могу тут вообще байтить на лодку. Начинаю развернуться. Теперь можно байтить. Я развернул лодку. Ну, без палева. Без палева вообще. То есть никто не видел, что я развернул. Теперь байтим. Знаете что? Даже надо эту лодку еще, наверное... Не, рискованно. Хотя... Хуй с ним. Я рискну. То, что сейчас сделаю, это тупо, ну, быть ебанутым, но я это сделаю. Окей, блядь. Блядь. Называется забайтил. Блядь, ошибка. Почти получилось. Ну, спасибо за смех. Ебать, твари ёбнутые. Вас перекосило, блядь, ёбаные дауны. Ты хуеешь с этой ненависти? Я умру сейчас, наверное. Нет, я умру, я в пизду, я не пойду. Я умру 100%, если пойду на лодку. Я просто в шоке. Сколько ненависти. Ну, 3 кило опять. Вы видите, сколько ненависти? Бля.
Не успел, жалко его залутать полностью. Главное, буста есть, хуй с ним. Хуй с остальным. Ща увидим круг, решим, что мутить. Я пробивал, блин, сквозь смог, это пиздец. Ебаное уёбище. Патроны на исходе. Жизнь на исходе. Все очень плохо, как обычно. Какой-то даун, ну, что стоит еще на берегу и стреляет, стреляет, стреляет. Чат спамит хуй ту свою папа, не забань, плиз дауны. Кого? Тогдашку рот его ебал, какую-то хуйню врубил, я ничего писать не мог, ВТФ. Бля, я уже много раз говорил ему перестать ЧСВшить, а хз, че он выебывается. Сложно. Аллоу. Круг. Аллоу. Что это? Окей, я понял. Ну ладно. Давайте где-то выйдем на берегу самом. Подумаем о жизни. Что тут вообще могу предпринять? Типа время еще есть. Надо играть от синки теперь получается. Здесь выходить что ли? Я рипнусь, наверное. Могу вот так выйти в обход, бежать сюда. Ладно, на самом деле, если я сейчас не выйду, то я потом хуй выйду. Потом будет сложнее, потом еще лодки подъедут. На самом деле ультра маленький шанс, что меня тут видно будет. Ну, если меня тут будет видно, ну это не повезло. Шанс ультра маленький. Типа откуда они могут стрелять вообще? Ты можешь лечь, блядь, даун. Даунша. Лодка. Супер плохо, блять, у меня заметят сейчас. Машина, блять, просто едет. Меня заметил или что? Нет. Просто дом сел. Типа хилиться спокойно, бля. Живем пока. Ко мне едет. Лол.
Нихуя не понимаю. Как? А где он тогда сам? Не понимаю. А я его вижу, окей. Тут стрелять не буду, нет смысла. Пусть лодку сядет. Думал, волк садится. Передумал, волк садится. А домашним? Где еще в лодке? Это еще там есть. Сел золото, я, скорее всего, умру. Блять. Как же сложно, ебать. Даже залутать не могу противников. Просто не могу залутать никого. Потому что я рипнусь, это знаю точно. Просто убил чела, а толку? Сюда. Бать, сложно. Как? Это нереально, меня с горы снимут. Дети гор меня примут. Надевать бусты и верить в лучшее. Бежать вместе с синькой. Це пизда. Как я еще должен в эту сторону пробежать по равнине? Насколько же на изичах тут меня снять? Меня стреляют. Я понимаю, братан, но не надо. Дальше. В голову целится. Мразь. Не знаю, где он. Он стрелял сверху, но откуда сверху? На круг. Блять. Как тут вот против такого круга играть? Это вообще реально? Что я не могу попасть в этот круг, блядь, ебаный. Меня не простят.
Точнее, не знаю, даже примерно эти противники. Я боюсь останавливаться, двигаться, потому что у меня чел с коряка мэйби до сих пор целится. Но я же говорю, он целится. Ёбнутое животное хейтит до сих пор. Стреляй, стреляй, блядь. ГГ, я умер. Ёбики, блядь. Вообще тут без защиты. Куда угодно могут прийти и меня ёбнуть. Блять, как же страшно. Откуда стреляют, не знаю. Я не понимаю в этой игре, как понять, откуда стреляют. Окей, топ-10, легко, парни. Я его даже не вижу, бля. Он хоть умер? Его хоть добили, он там до сих пор живет? Я спалился, конечно. Я не знаю, что делать сейчас. Я вот сейчас просто вот в недоумении. Что я должен делать тут? Я не знаю, что делать. Я просто не знаю. Я не вижу никого. И у меня нету хила. И нет патронов. Что я должен делать? Я не хочу вставать. Патронов. Респект таким ребятам, которые не сдаются, имея 20 патронов в обойме. На грани фола. На грани лола. На грани лола. Вот что значит выживать. Выживать с большой буквы. Почему все живы? Почему никто не дохнет? Там есть кто-то внизу, блядь, скорее всего есть. Там внизу почти 100% кто-то есть. За деревом или где-то еще. Вопрос, а как я должен тут вот что-либо понять? Тут и вправду нужен VR-монитор.
Там если чел за деревом, я мертвый прямо сейчас. А что я могу сделать? Как я могу это законтрить? Тут нихуя не видно. Патрона не взял. На грани лола. Я патроны не смог взять, их не было, бля. Я не успел их найти. Взял все, что мог. Три патрона тоже прикольно, а чё? К успеху. Как раз три противника, как раз три патрона. Нормально, чё? На грани лола. Не могу повернуться, как я должен тут выиграть? Меня заметят, они рано или поздно. Я его вижу. А что делать, если я его вижу? Чё толку? Я на грани лола. У меня нету патронов. Даже если были бы, чё толку, что я его вижу? Я сайги буду его хуярить, но сайга это, конечно, прикольно. С такого расстояния. Я не собираюсь двигаться, нет смысла. Скорее всего, это будет игра, типа, кто первый сдохнет от синьки. Или я хуй знает, что будет. Типа, тут меня вообще не видно. Правильно. Он там вот лежит. Я видел, откуда гранаты кидали. Ну, если я встану, он меня расстреляет. Думаю, понятно. Чего мы ждем теперь? Ну, не знаю где, потому что этот куст идеальный. Но, блин. А что мне делать с Айгой этой ебаной? Все равно такого расстояния недостаточно. Мне надо прям супер ближнее расстояние, чтобы с ними ебашиться. Это походу реально, кто первый умрет от синьки. Он боится встать, я боюсь встать. Кто первый встанет, его и заметят первого. Но у меня сайга, он не знает, что у меня сайга, я не смогу ему ничего сделать.
Если бы я только его заметил рядом со мной где-то, если бы он вдруг пополз на меня. Но он морозится ползти. Окей, 14 секунд, и всем пизда. Кстати, я первый умираю, по-моему, от круга, да? Да, я первый умираю. Окей, я первый сдохну. Мне придется ломиться. Окей, парня, я проебал. Потому что на меня синька первого идет. Это труп? Ой, короче, забейте. Я не могу. Блять. А чё трупы не пропадают? Есть инфа, почему трупы не пропадают? Там же должен ящик оставаться без трупа. Я не знал, что трупы не пропадают. Я его мог убить изи, если бы я знал, где он находится. Ну, блин, ну, синька меня поджимала, и я, понимаете, я не знаю, что делать. Я думаю, вижу врага, окей. Но это не враг. Ебать. Ну, игра. Да. Ну, блин, а что я мог сделать? Сложно. Ну, тут 2 с 5 килами тоже неплохо. Как бы... достойно. Ну, бля, обидно, конечно, но я не знал, что трупы не пропадают. Трупы должны пропадать, правильно? Остается ящик, а трупа нет. Я не знал, что трупы не пропадают в конце игры. Это первый раз увидел, что там труп типа лежит. И... ты думал, это челик. Охуенно. Охуительно. That was an error. Обидно, но, блин, тяжелая ситуация. Что сделать? Могу еще одну или две игры, и, ну, думаю, все. Бля, обидный луз, пиздец. Я не знаю, что в такой ситуации делать. Ну, допустим, встал я, побежал с синькой, и чё? Что мне это дало? Значит, надо было лежать до конца и аптечки взять. Я не знаю, короче, что должен был делать. Я увидел, что лежит тело, и я начал стрелять. Я не знал, что трупы остаются. Трупы же пропадают всегда. Я этого не знал, то есть, как куда я должен был знать? Засекреченная информация. Оказывается, трупы остаются, когда, ну, мало людей, я так понял.
Респект. Таким трупом. То самое чувство, когда дом без пушек. И... Сынку! Зачекай! Сынку, ты куды? Я тебя бачу! Красиво. Хорошо, что он УЗИшку не нашел. Это было бы некрасиво. Окей. Компенсируем. Ну что за блядство, блядь, ебаное? Еще 4x. Окей. Спасибо, что позволили мне. Дробаш на самом деле не нужен. Есть УЗИ. Сейчас бы дробаш таскать, когда УЗИ есть. Машина. О! То, что я называю красиво. Красота. А, хочу ли я УЗИ оставить? А, нет пути. Ти-ти-ти. Ти-ти-ти, нет пути. Хоть эти двери постоянно закрываю, я забываю в итоге.
Ук. Спокойствие, только спокойствие. Время на исходе. Синька на подходе. Так, у вас дом. На жадничах. Let's go! Парни, я это делаю, мне похуй. Рипнусь так рипнусь. Я это делаю, мне похуй. Упс, не получилось. Блядь. Окей, ладно. Он раньше прыгнул времени. Она. Я не ожидал. ГГ. Я хотел сальтуху сделать у ФК. Но не пошло. Я бы уже не успел перевернуться, скорее всего. Хотя, наверное, бы успел, но... Короче, побоялся уже. Мне на стриме не получается сальто сделать. Именно на стриме. Как же я обожаю моцк. Красота.
Я подумал, что это челик, когда на мотоцикл посмотрел свой. Окей. Так, я на дежурстве. Короче, у меня 4x, поэтому я не могу вот так вот очевидно делать, поэтому делаем вот так. Всем лайфхук. Если у вас, собственно, прицел большой, просто делайте первое лицо и типа зажимайте right-click на изичах. Чича. Все в это окно смотрят, а видят, скар лежит. Если смотрят оттуда, видят, аптечка лежит. То есть тупо без палева, чисто не залутано никем. Тут никого нету, никого не было. Мотоцикл бы ты с этого окна не заметишь. Это вот плюс мотоцикла, то что с этого окна ты не видишь вроде, что тут стоит мотоцикл. Это важно. Если не ошибаюсь, по-моему, вы никак не можете узнать, что мотоцикл стоит здесь. Это невозможно. Maybe отсюда можно? Короче, я не знаю. Maybe возможно. Ну, суть в том, что если противник не будет видеть, очевидно, транспорт, то он не будет бояться заходить. Так, хотелось бы завершить свой стрим на топ-1 ОФК. Ну, тут, возможно, надолго. За все зависит от круга. Как бы я обычно люблю дождаться хотя бы одного шныря курьера. Блядство. На самом деле я не знаю, предпочту подождать шныря курьера. Но круг блядский, просто блядский. Знаете, в чем еще самое главное блядство круга? В том, что здесь нет смысла в воду падать, потому что отсюда не выберешься.
Хотя, maybe и выберешься, но я не умею. Тут по скалам забираться сложно. Просто круг супер выблицкий. Вот здесь есть хорошие дома, на самом деле, в центре. Я даже знаю, где какой-то конкретно дом реально охуенный. По-моему, вот этот вот дом крайний, он реально хороший. Там как бы в этих домах есть места, где можно стать сайгой, и там никто не зайдет к тебе. Никак. Но это надо подождать еще один круг, чтобы быть уверенным, что сюда есть смысл как бы ехать. Вполне могу дождаться одного шныря курьера. Мне бы не помешал небольшой буст каких-нибудь патронов или еще чего-то такого. В прошлой игре патронов не хватило выиграть. Что-то по чуйке будет топ-25. Реально хуёвый круг. Если я заеду в этот дом, будет топ-10. Если я смогу сюда попасть. Если как бы это будет центр, и я смогу сюда попасть, будет топ-10. Если нет, то топ-30 или топ-25. Да. Но сегодня я абсолютно все файты выигрывал. То есть, когда я попадал в файт с противником, я все файты выиграл, все до единого. Если, по-моему, ни разу даже файт не проиграл. То есть, когда я реально стрелялся с кем-то. Так что вполне. Я вообще очень хорошо играю, типа, утром, когда нет задержки. Реально вот совершенно другой уровень игры. Если сравнивать с тем, что, бля, вечером. Шок-контент. Так, ладно. Я хочу видеть круг, поэтому я буду ждать долго. Bite down. Прямо здесь, рядом со мной. Уёбок, блядь. Вон еще один челик. Окей. Я в домике. Сейчас надо было сюда ехать. На самом деле, надо было сюда, наверное, ехать. Не знаю. Наверное, надо было сюда ехать, ближе к центру. Все, машины... Так, это точно не спавн, правильно? А эта машина... Это спавн. Стоп. Нет, это восток. Если восток в эту сторону... Это не спавн. И это не спавн. Интересно.
Вообще без палева. В той будке кто-то есть, если там машина стоит рядом? Я думаю, в этой будке кто-то есть, если эта машина стояла как бы лицом туда. Я был готов уже с Айгой кого-то ваншотнуть, но сори. Один с поля стреляет где-то. Сверху даун есть. Типа если выйду тут стрелять, шанс умереть огромный. Чем я делать с дауном, который в поле, а мне не даст на мотоцикле уехать. Это очень важно, когда едете на мотоцикле, останавливаться до нуля, потому что иначе он упадет, и вам придется его поднимать потом. А вы тогда не сможете уехать никак. Но если вас будут стрелять, там ноль шансов. Так хотя бы есть шанс, типа, успеть разогнаться. И сейчас будет круг получше, я поеду в другой круг. Окей. Все круги хуевые. Мне ни один круг не нравится. Думаю, нет смысла никуда ехать. Все круги тупо говно. Челики, которые заняли гору, сейчас выиграют игру в итоге. Хватит, короче, на сегодня. Ладно, гай, всем пока. Бля. Что-то я расстроился после того, как топ-1 не взял. Немножко расстроился. Всем пока. Спасибо за донаты всем. Направлю их на джойстик. Как куплю джойстик, буду стримы Тейкена. Собственно, стримов Доты и PUBG не ждите. Доту я вообще, как бы, отдельно говорил. Сын шлюхи меня дедосит, поэтому я никак не могу стримить Доту, это точно. То есть до тех пор, пока дедосы возможны, Доту вообще не ждите. То есть про Доту можете забыть. Остальные игры я буду, как бы, время от времени пробовать. Если будут дедоси, то, типа, ну, хуй с ним. Как-то так. Все. Сегодня, ну, вечером, скорее всего, стрима не будет. Да, всем пока. Бы-бак.